Доброе утро, уважаемые телезрители. На телеканале «Россия-1» новый выпуск межрегионального тележурнала «Финно-Угорский мир». И я его ведущая Ольга Чернова. С 1991 года в России в третью субботу октября отмечается День финно-угорских народов. Это праздник единения, согласия и дружбы родственных народов нашей многонациональной страны. По итогам последней переписи представители финно-угорских этносов проживают в 21 субъекте. Общая численность в России составляет 2 миллиона человек. Вопрос о реализации государственной национальной политики, новые подходы в продвижении культуры и языков в интернет-пространстве, развитие проектной деятельности молодежи обсудили в Саранске. В столице Мордовии прошел второй всероссийский форум финно-угорских народов России, в работе которого приняла участие и делегация из Казахстана. Подробности в репортаже моих коллег. Финно-угранте промкс сончва жодить, колоньгемень вете йонкснесте сыцят, весе вивалсо тешкстыть, те покшчись, лови россиянь, раскинь политикань, топав томасо, прявт тевтнесте вейкекс. Я уши улемсы музыканте от Рантикелия промксонь пурновозитне судавтовить мордовянь кичельки ломантнень важуди маст марто. Эряви меремс, покжды эрявикс важуди мас анок тмасторонок да и сонза томбальде сыцятне як. Хочется поделиться успехами своей работы, рассказать, что финно-угры живут и в Казахстане, что у нас в Павлодарской области чуть больше 2000 и ярче всех представлены мордва, удмурты и марийцы. Ну и, конечно, остановиться на основных приоритетных направлениях нашей деятельности. Ожидания, прежде всего, те, которые мы выносили в проблемную повестку сегодняшнего форума. Это развитие родных языков финно-угорских народов с помощью современных технологий и искусственного интеллекта. Это будущее всех наших финно-угорских народов, перспективы молодежных движений и грантовая поддержка молодежных инициатив. И третья проблема, она, наверное, извечна. Мы все стремимся для того, чтобы тот научный потенциал, который накоплен во многих финно-угорских территориях, можно было привлечь для развития наших народов. Я представляю народ ханты, который частью своего представительство проживает и в Маланинском автономном округе, город Салехард. В этом году у нас одна из некоммерческих организаций наших получила грантовую поддержку от региона на реализацию проекта по обучению детей национальному фольклору и традиционному пению. Вот, в этом году будем обучать малышей. Наш самский язык, так же, как и у многих коренных малочисленных народов, на грани исчезновения. И поэтому будем слушать опыт других народов. И если есть чем можем, то поделимся своим опытом. Здравствуйте, я Важанка. Приехала я из Ленинградской области, из деревни Лужицы, в которой живет коренной малочисленный народ северо-запада России. Важане, вот. Это самый малочисленный народ из всех народов северо-запада Российской Федерации. И по переписи населения на 105 человек в России проживает всего. Ожидания от форума, я думаю, что будут появляться новые связи, да, мы будем дружить. И на самом деле очень важно, когда у тебя есть друзья в финно-угорском мире, и есть какие-то вопросы или проблемы, у тебя всегда будет возможность с кем-то проконсультироваться. Есть на народность сетой из Псковской области. Нас, конечно, мало, 214 человек. С поколения в поколение передаем сказки, песни, танцы. Все у меня создано год тому назад. Свой детский ансамбль «Карахельпи» в переводе «Овсяные хлопья». Участвует 9 человек. Мы там поем, танцуем, занимаемся кухней, чтобы они знали бы нашу национальную кухню. Представляю Свердловскую область, региональную общественную организацию национально-культурной автономии марийцев Свердловской области и города Екатеринбурга. Для меня очень важен вот этот фуд-форум. Во-первых, обмен опытом. Во-вторых, это знакомство с новыми людьми, получить какой-то взаимообмен, приехать и применить, может быть, даже в своем городе со своими
со своим народом, какие-то новые, скажем так, новинку какую-то, да, узнать, проекты, как правильно реализовывать. Мы приехали большой делегацией Республика Мариэл. Настроение отличное, потому что каждая встреча со своими братьями, сестрами из разных финно-угорских регионов и с областей, где финно-угры проживают, это уже праздник, это уже радость, это уже счастье. Мы с очень многими знакомы, мы знаем работу друг друга. Я корреспондент ГТРК «Карелия». Я приехала на финно-угорский форум впервые, знаю, что его проводят второй раз, но наша телекомпания уже второй раз участвует, наша делегация из Карелии тоже приехала сюда второй раз. Какие ожидания? Я знаю, что мы будем участвовать в различных секциях и будет возможность послушать, как в финно-угорских регионах России сохраняют языки, национальную культуру. Неслыханной великой птица и ненарм коснулась своим крылом чудо яблоньки и превратила ее в девицу ненаглядную и пошла та по цветущей земле. И там, где нога бы ее ступала, рождался мордовский народ, мудрый, добрый, трудолюбивый. Да хлебосольный. Слушайте, финно-угры, слушайте. Знаменитая труба наших предков Торома собрала сегодня на мордовской земле всех вас. Шумбрадада, кельга ваялга, кемаста кирдяда в кевке, фау уляда шумбрад. Шумбра чилечке лицоя, кемаста кирдяде пинген тертивейсе, дыкеняр доду, уляде шумбрад. Сунь панжом стол Магомед Сала Магомедов Лоунензе Владимир Путин президент Шумбрак снимань Валонзо. На протяжении столетий финно-угорские народы вместе с другими народами вносят значимый вклад в развитие нашей многонациональной страны. Их выдающиеся достижения в самых разных сферах жизни стали важной, неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. И сегодня в ходе специальной военной операции представители финно-угорских народов, опираясь на ратные и патриотические традиции предков, проявляет в боях мужество и отвагу.
Форум осью тавтневи кауту и свесть. Васенсе сюльнеси жевскойсы кауту тюжат ком свейки и циисты. Весе Росень этнокультурань промксунь приалт ютавты тятне. Росень раскетнен тевесткоряс федеральное агентство СДИ. Росень федерациянь финанюграйн раскетнен ассоциациясь. Масторонок президентань администрациянь ЧДИ Мордовень правительствань Члезда Моствельде. Только благодаря нашей совместной работе по укреплению единства многонационального народа России, заботе о каждом гражданине будет зависеть успех и благополучие нашей страны. Национальное согласие, взаимоуважение, возможности для самореализации являются источником несгибаемого духа нашего народа. Артем Сдунов, Мордовянь, Приавто, Стежкстась. Исти от промкстани вельди, одломантне седи ламо кармицу дамо теренькелес ды культура стланга. Ды седи тауга, кютав тома, покшва жодема. Вовлекать надо через семью, через личный пример. Мы об этом уже говорили. Когда родители занимаются, когда в школе, да, необходимо, наверное, продумать школьную программу, но все равно это воспитывается в семье. Петр Тултаев, Россиянь Федерация неофунонь приавтось лечтясь. Мордовия суютавтовица формось, вейсэнди масторонок финоугратнень. Теке марто покш промксу казизь, келеньванстума дыкастума одломанень пельгстамонь изнитятнень. Вейке сейстест Мариелсте Николай Любимов. Проект «Наше слово» Мемнан Мутна реализуется с 2020 года. Мы объявляем ежегодно слово года на марийском языке и проводим мероприятия для его популяризации. Всех ламоломанч пурнаюсть Россия нет на культурань, а воль материальную те в кадрух сонтень алтай секция со. Сытятня кортась наука, соды практика, сутей сто повтоксняде, кунатнень вельди, ван стовить финаню грань кельтне, коетне кирдатне. Тике марту теж кстазель, теориан теряви кемекстамс практика со. Этнофутуризм тот же самый, когда на основе знания фольклора, сохранения этого материала, все это начинает жить в повседневности, даже в костюмах, скажем, в каких-то культурно обрядовых мероприятиях. Келень кастумань декирдимань одломань нентеварсевкснань кортызь лия секциясо. Лия йонова молитя вашу деманевтезель удмуртень раскинь оэкшинь кудонть пельде. Вейки таркасо сон пурнензе зярре теварсевкснань конат кандовить отнанень ды сыретненень. Те теренькельсы мультфильмань приложениянь ды эрвякодаму налксимань анокстамо. Настольные игры сейчас актуальные. Мы проводим игротеки различные, собираем друзей, коллег и играем в удмуртские настольные игры, параллельно изучая культуру и быт Удмуртской республики. Нинш каню технологии автомо кодаяк. И келе молитя нюткусо айтись. Сонзе приавтеве стирень кельтнин тон автомантень, культурантень, ды аволь материальную тевкадук сонтень мелень яумась. Саемга Мариелсе теке встимантень явить мель кеветье дела муить. Ушоцть стирень кельсе сайтен теемсте. Муизель шрифтесь, клавиатура не раскладкатне, сёрмадомань правилатнень ванномась. Если свой язык оставить за бортом цифровизации, да, вот, ну, цифровое неравенство соблюдать, то, конечно, шансов, наверное, маловато языка, чтобы сохраниться в нашей эпохе. Секция от неважу демослусу пурновосни ванность зярья практикат. Нефти здесь топовтоуксост, конат кармит нолдау мотивс, а улянся к финаню грань раскетнин туртов, ды целонек, мастор сонок. Колмусят то ламу ломанть, кавточень перть, важусь эсе страскень культурань, койтнень кирдатнень, кастомга кипятемга теварсиокснень лангсо. Кастомань лутне ванозельть колму покш секции отнесы, а уль материальную тевкадуксонь, айти-сфера соды одломатнень марту важу демань коряс. Финаню грань раскетнь весеросень омбуте форумань Приадомга, покшвастома, спорновостни, ёвты, секциятнень, важу демань, сютамотнень, ды и соавты, стезиснень, вейкине резолюциас. Маласушкасту, приавтарсиматнень, ютксо, наукань, ванномантень, кирдема, раскень, кадратнень, анокстамо, грантень, проектнень, сёрмадома, медиофорумонь, ды, семинарунь, ютавтома. Все наши народы финогорские и все участники нашего форума едины в одном, чтобы страна наша Россия была сильной, единой, чтобы народы наши жили, развивались, и чтобы проблемы решались мирно и дружно. Эсе страски стванстумасо покшпутоксонькис, зярятни тежксазельть сюконямоньвалсо, россень финанюграйн райскень ассоциациянть пельде. По итогам работы форума в конце текущего года и в начале следующего для создания бета-версии коми русского автопереводчика на Яндексе отберут и переведут на коми 100 тысяч предложений. Об этом рассказал на заседании Президиума Государственного совета Республики Коми министр национальной политики Роман Носков.
Продолжим выпуск. Героиня нашего следующего материала – воспитатель высшей квалификационной категории Инна Валерьяновна Алексеева из Республики Мариэл. Прошло больше 10 лет, как она переступила порог детского сада и ни разу не пожалела о своем выборе. Людмила Федорова продолжит. Ючасад мыйын кокымшо суртем. Манеш кышыл категориян воспитатель Инна Валерьяновна Алексеева. Таче ме тендам тудын дене палымым ыштена. Поро кече, йоча-влак! Поро кече! Икыт, кокыт, кумыт, мылыт, бисыт, кудыт, шымыт, кандаш, индеш, лу. Йолташем, кидетым. Йоча тиде чинче падыраш, изи мотор мӧр пеледыш. Нуно вет пеледыш гаяк мемнан илышнам сылнештарат, куандарен шогат, кече гай шӱм-чоннам ырыктат. Арам огыл вет эре ойлат, ешыште йоча уло гын эре куан, пиал уло. Икшыве ден пырля чыла ойгыжат, нелжат мондалтеш. Ача-ава куанен шке пашажым ышта, куанен йочасадышке конда, а вара кастене куанен мӧҥгышкыже наҥгая сай кумыл дене. Нуно мемнам эре куандарен ырыктен шогат. Мари йылмына анже йомман йоча-влак дене марлак кутыраш тӧчена, йомакым кажне ийын шындена, Мари программа мероприятийым ямдена. Тыглай салам гычак тӱҥалын, чеверын манмешке марлак кутыраш тыршена, тау мутым ойлат гынат, вет кумылан сай чучеш. А икшыве-влак Мари йоча гына огыл чаткан кутырат, южгунамже руш икшыват марла почеламутым йоҥгалтарен пуат, тунамже ача-ават куанат. Кумыш кизен кая, вара весканат, йомакым модашан марланна полшен шогат, вургемым ямдылат, эреяк пырля пашам ыштена. Воспитатель лияш, куштылго огыл, йоча-влак дене пашам ышташ. Мом шылташ, садак неле, нуным жапыштыже умылен шуктыман, шижын моштыман. Тиде пашашке ушнымыланда ӧкынымаш кумыл нигунамат чоныштыда лийын огыл? Ӧкынымаш иканат лийын огыл, вет шкежат илышым йӧратет гын, шке йылметым пагалат гын, калакетым, йоча-влакым, икшыветым. Чыла тиде куштылго огыл, мый палем, но нелылыкшым ме она ончыкто, эре куштылгын ончыко каяш тыршена. Паша верыштат йолташ-влак улыт, полшат, кумылым нӧлтен шогат, вуйлатыше-влак эре полыш кидым шуялтат, тиде сай, нуно умылат, эре вашла полшен илена. Ача-ава-влак ден пырля мемнан икшыве-влак тӱрлӧ конкурсышко ушнат. Кид паша мастарлыкыштым ӱдат, тыгай сылне мотор пеледыш-влакым ямдыленна, тыгай пеледыш аршашым, тыгай кикымше вер дене палемдалтыныт аван кечыжлан. Вара мыланна пӧлеклен кодат. Йоча-влак, аваш ден пырля кид пашам ышташ кумылан улыт. Кеже чиялта, кеже пӱчкеда. Тыгай сылне мотор пеледышым мыланна ыштен кондат, тыгакак конкурсышко ушнат. Сай пелек дене палемдалтыт. Инна Валерьяновна мемнам школыш каяш ямдыла. Буквам палаш, лудаш, сӱретлаш туныкта. Тудо поро, шыма, валшла келшен модаш полшаш туныкта. Йоча-влак дене пырля мыйжат шкежат конкурслашке ушнем. Мутлан колым мутмашке ушнем, эре диплом дене палемдалтем. Мыланем шкаланемат келша, почеламутым ойлаш, марла чаткан кутырен колташ. А кунам верым пуат диплом дене палемдат, эше кумыл лектеш. Тӱрлӧ конференцийлашке ушнем.
Така түрлі грамоты мұлы диплом лақтайдыны палымдат. Паша лектіші мүнден, паша лектіші мүнден, вот тагай грамоты диплом дейдыны палымдат. Мы еще не менеджеры пашам, еще влаком Мариел мы деку млангдымем ужат мола таклат, да куму шлектеш теге пашам, что еще влак дене. А он чекал клан, мугай шон машта ула. Он бакажат мы тиде еще садишься пашам, что еще не еще влак ден тарак пашам, что еще ава ача влак ден калай мере пенгадалеш ман шонем, ну на минам умлаш тингат вашла полшен, йоча влакам шуараш, Марий шилж денак кушташ, така как йомакам каждый день джукташ, тюрлі конкурс лашка така клікташ, почла мутам лудаш, мурен куштен, сай мероприятим джуктен, йоча влакам шуаренак шугаш, Марий калак юладеке кумланден шугаш. Тек мінан йоча влак Марий шилышан шочма йылмам йоратыша да пагалша кушкат ман шонен. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч на телеканале «Россия-1».